Лошадиные силы ГИБДД. На Ставрополье госавтоинспекторы спасли лошадь с жеребенком от смерти. Стой, подожди, ну... Да? Животные увязли в грязи и тонули, а хозяин не мог вытащить их в одиночку. Сотрудники ГИБДД оказались рядом, они оформляли дорожную аварию. Первые вытащили маму, а потом ее недавно родившегося малыша. Иди, мама. Через несколько часов хозяин лошадей позвонил и сообщил, что благополучно добрался до дома. С жеребенком и его мамой все в порядке.